Всем по привету. Сегодня я отвечаю на вопросы эстафеты, которую я получила от Ларисы Соколовой. Спасибо, Лариса. Значит, в эстафете 15 вопросов, и первый вопрос – история вашего имени. Ну, так меня назвал папа, потому что в то время, когда я родилась... А, зовут меня, кстати, Светлана. Будем знакомы. Когда я родилась, на пике популярности была актриса Светлана Светличная, и вот в честь нее меня и назвали. Но для друзей, для близких людей я все-таки Лана, поэтому и взяла себе, в основу канала взяла имя свое. Вот так мне больше нравится. Второй вопрос. Где родилась? Родилась я в Таллине, в Эстонии. Училась, это третий вопрос, где училась? Училась я тоже в Таллине, естественно. Я закончила таллинскую школу среднюю и затем поступила в таллинский педагогический техникум. По специальности дошкольное образование. И уже много позже я получила высшее образование по этой же специальности. Следующий вопрос. Где работала? Работала и работаю в детском саду. Пятый вопрос. Таланты и увлечения. Но я не представляю, как можно о себе сказать. Вы знаете, я такая талантливая. Я не знаю, откуда я знаю, талантливая я или бесталанная. Пусть это, наверное, скажет человек, который, ну, как-то знает меня. Затрудняюсь я ответить на этот вопрос. А вот увлечение, да, увлечение у меня есть. Я очень люблю петь, я пою с 3 лет. Ребята, я все время смотрю на время, которое показывает телефон при записи. Я и так его уже капитально почистила, но смотрю, что у меня осталось 2 минуты. Извините, я буду снимать кусками, иначе у меня не получается ничего. Постараюсь очень быстро, и если прервусь, то знаете, что продолжение следует. Так, были ли за границей? Да, за границей. А, да, еще не ответила увлечение. Увлечение – это YouTube в последнее время. Ну, и я очень люблю петь, пою с 3 лет. Помню я себя, кстати, с 1,5 лет, но пою с 3 лет. Утром только просыпалась, я помню, сразу бегом бежала. У нас была такая радиола, открывала крышку, как у рояля, ставила пластиночку туда, и вот утро начиналось с распевки. Так, скоро уже, так быстро время заканчивается. Так, были ли за границей? Да, значит, я начну со стран Прибалтики, это ближайшие наши соседи Латвия и Литва, и дальше уже пойдем географически, это Польша, Чехия, Австрия, Италия, Венгрия, Румыния, Болгария, Черногория, Македония, Израиль. В России я была в Москве 1 раз. Так, наверное, надо прерваться. Ребята, до встречи во второй части.